К региональным новостям. В Мангистауской области к административной ответственности привлечены 5 застройщиков с наложением штрафа на сумму 4 миллиона тенге. Прокуратура области проведен анализ в сфере привлечения денег в долевое участие. Проверяющим органам установлено, 5 строительных компаний привлекали средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в нарушении закона о долевом участии в жилищном строительстве. В соответствии со статьей 7 закона Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве четко определены способы организации долевого участия в жилищном строительстве. В свою очередь запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами, на предусмотренные настоящей статьей. Следует отметить, что на продажу квартир без разрешения на привлечение денег дольщиков предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 320 Кодекса об административных правонарушениях. Однако строительные компании, осуществляющие строительство жилищных комплексов на территории города Актау, по своей инициативе незаконно заключают предварительные договоры о купле-продаже. По мерам прокурорского надзора в текущем году административная ответственность привлечена 5 строительных компаний, которые привлекали денег граждан на долевое участие. В связи с этим был наложен штраф более 4 миллиона тенге.